12 апреля. Обзор огорода. Начнем с цитрусовых. Цитрусовые вот тут растут, все хорошо. Помидоры запасные тоже растут. Все нормально. Скоро будем пересаживать. Елка розмарин, пожалуйста. И какой-то лемон балм или лемон грасс. Так. Здесь у нас, как он называется, лайм. Листочки дает, цветочки. Тут у нас персик растет. Где там персики? Вон они, персики. О, сегодня ветерок такой свежо. Так. Значит, тут у нас кейл пытается расти. Ну, что-то тоже у него точки вот желтее. То ли ему воды не хватает, хотя воде поливаем каждый день. Так, непонятно. Здесь у нас силантро. Огурцы. Ну, вроде зеленее чуть-чуть. Листочки зеленее становятся. Тут вот еще один кейл вылазит. Это маленькие халапеньо. Халапеньо, там побольше халапеньо такие растут. Горох тут вьется. Помидоркам положили солому, чтобы их не жарило сильно. Ну, помидорки, в принципе, почти уже высоты вон какой. Так, эти еще не высадили пока. Тут у нас редиска, ну, что-то тяжелое, лук. Шпинат тоже он как-то вяловато лезет. Это рукола, морковку еле видно. Свекла почти вся пропала. Видимо, жарко. Значит, здесь у нас огурец. И вот что интересно, теперь этот самый горох стал давать цветочки. Первый, этот самый первый. Так, идем дальше. Здесь мы закончили свою коробку. Потом надо будет еще земли досыпать сюда. Тут у нас голубика. Он слоп. Дерево, пожалуйста, листочки дает. Как он называется? Тыква. Тоже ее подсыпали туда, чтобы не сильно и жарко было. И вот другая тыква. Тоже растет. Сорняки особо, кроме вот этой вот Милфисис, не растут. Что у нас еще есть? Клен делает листочков много. Он не зеленый, красивый. Высоты уж почти мне по грудь. Так отойти вот на уровне, вот так вот. Значит, почистили забор от жасмина. Жасмин тут, а с этой стороны лезет. Ну, это тоже хорошо растет. Значит, здесь у нас мы пытаемся посмотреть, как будут выращиваться редиски семена. Она тут пошла как бы в стебель. Там еще редисочки нужно будет их сегодня, завтра съесть. Там вот растет тыква, которая там заменит редиски. Морковка, соответственно. Там свекла, такие большие листики. Это у нас куст наш дерева. Тоже почти везде распустил. Но там, где промерзло, там он медленно растет. Значит, это у нас кейл, один, второй, там растет, это еще один кейл, и это вот наша голубика Тиф Блу, ну, один маленький кустик, ну, посмотрим. Это силантр цветочки дает, это у нас подсолнух, это яблоня. Ну, вот из яблони тоже листочки какие-то полезли, посмотрим, какой у меня в этом году будет рост цветочков. Здесь у нее здесь растет этот базилик. Здесь у нас как они? Кабачки. Еще кабачок. Еще кабачок, еще кабачок, еще кабачок. Тут у нас вот шпинат вот так вот выглядит должен. Вот шпинат, ну как-то виловато. Кейл. Тоже маленький кейл. Хотя их посадили месяц назад, по-моему, 20 февраля или 2 месяца назад. Ни хрена не проращиваются. В этой коробке у нас тоже кейл посадили. Вот он растет. Там свекла. Еще шпинат. Это ругал. Коди, what are you doing? You wanna check the kale box? Yes? Where are you going? Okay, okay. You wanna check the kale box? Where's the cat?
Where is the cat? Go check. Yes. Yes. Good job, котик, good job. Это у нас собака-сторож. Так, и это, значит, три диска. Ну вот, примерно как-то так. Собака-сторож бегает, да? Да? Ты у нас герой? Да, герой? Да, герой. Ну, хорошо, хорошо. Да, да. А вот почему-то он у этого листик, видимо, отпал. Об железяку оббился. Ну, вот так. Ба-бай.